Самарские братья-близнецы Кирилл и Антон Бородачёвы – восходящие звезды мирового фехтования. Если бы не пандемия, в эти дни они сражались бы на своих рапирах, защищая честь России на Олимпийских играх в Японии. Но глобальный форс-мажор поменял планы. 2 месяца отрабатывать защиту и атаку спортсменам приходилось вне зала. Как и остальным топовым самарским фехтовальщикам, кандидатам и членам национальной сборной. Приятно работать в зале, да, чем там на улице, на солнце. Вот, и, ну, мы также бегали кроссы на набережной, когда можно было. Вот, плюс мы живем в частном секторе, и у нас там по проселочной дороге побегали. Ну, находили какие-то возможные варианты, где можно было потренироваться. Ну, не отдыхали, так скажем. А пока не было отпуска, потому что находились в таком непонятном состоянии, не знали, что будет дальше. 17 июня по решению оперативного штаба членам сборных команд, элитным спортсменам разрешили групповые тренировки в залах. При условии отрицательного теста на коронавирус и соблюдения санитарно-гигиенических требований. По оценке регионального Роспотребнадзора, пойти на это позволила эпидемиологическая обстановка. Как считают тренеры, восстановить форму после онлайн-тренировок спортсмены смогут примерно за месяц. Тренировки никак по эффективности нельзя сравнить с вот такими очными тренировками, тем более нашего вида спорта, он у нас контактный. Это единоборство. Тут без противника очень трудно работать. Мы все время выходим, и у нас учебные бои, тренировочные бои и соревновательные бои. Выходим, и кто кого. А в отсутствие борьбы, ну, к сожалению, это уже становится физкультурой. Пока к тренировкам в залах не могут приступить спортсмены, учащиеся спортивных школ. Но уже на следующем заседании оперштаба, как считают чиновники, решение о допуске с большой вероятностью будет принято. Сейчас, благо погода позволяет, можно и нужно готовиться на свежем воздухе. Мы разрешили занятия населения на объектах спорта на открытых. И это уже определенное снятие ограничений, потому что на стадионы, площадки универсальные наши, могут прийти граждане и жители нашего региона, чтобы спокойно позаниматься спортом. А пока коронавирус отступает и ограничения постепенно снимаются, самарские фехтовальщики готовятся присоединиться к национальной сборной России. Первая посткоронавирусная встреча спортсменов со всей страны назначена на 1 июля.